Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и такая картинка нарисована, как будто я ее рисовал. Хищники супер редкие, сюда мы пойдем разминаться, и потом, наверное, пойдем в бой с усилениями, давайте. Давайте посмотреть. Так, нам здесь нужно три супер редких хищника. А, у нас здесь всего лишь две битвы. Так, и кем мы пойдем? Блин, он крепкий, ё-моё, у него удар в полтора косаря, ребята. Мне кажется, вот эти вот два парня могут даже не справиться. А, я могу троих взять. 1500, у кого есть здоровечко? Блин, ты там, ну там больше, там 1600, мне кажется, вот так вот. Ну, в смысле, мы-то справимся, но Супрано Титан, мне кажется, не затащит. Да, 579. Ну ладно. Сигнозухать-то вам не просто так. А, ну все, хана ему. Ну ладно. Прикольный такой классный хвост. Так, и теперь трава я. Ну, вот это я помню, вот это была такая лажа, короче. Вот с этим турниром у нас как-то, да? Что тут был, по-моему, пахик, и нужно было тремя супер редкими животными его преодолеть. Это было невозможно. Так, ну здесь будет повеселее, я так понимаю. 6000. Не, ну справимся без особых проблем. Давайте все-таки защитимся. А вот теперь защищаться не стоит. Так, он полностью проатаковал, теперь давайте смотреть, сколько баллов нужно Монастига Топсон. Ну, он по косарю бьет, да, 4 удара, может, даже хватит. 6032, нет, 5 ударов нужно было минимум. Ого, мы тут впритык, у нас один удар только в запасе оказался. И золотая награда. О, неплохо, легендарочка, Зухамимчик. Пойдет на бифштекс. На мясо там, скормим ему там тиранозавру, дейнохейру, эрли козавру, кому-нибудь скормим, короче. Так, ну и давайте битву с усилениями смотреть. Что нам тут и с кем предлагают сражаться? Ну, попробуем какими-то травоядными задолбить. Это не просто. Ой, тут даже надо самых сильных брать, мне так кажется. Я бы попробовал, да, там без особых усилений как бы пободаться. Вот как-то вот так. Он будет бить по нам по 2000, но и мы будем бить по нему. Ну, в принципе, справимся. Справимся как-нибудь. Ну, даже вот так вот, думаю, проблем не должно возникнуть. Он нас легко убивает, но и мы его легко будем убивать. Он нас за 2, и мы его за 2. Посмотрим. Ха, а ему облом, да? А вот мне норм. Он сейчас потратит опять 2 балла, а у меня уже будет 3 балла. В общем, это пойдет легкий, быстрый размен. А у меня там еще Сегнич. Сегнич вообще будет нашинковал их. У Сигнозавра... Сигнозуха. Сигнозавра. Сигнозуха. За один удар там больше 6000, если взять максимального, по-моему, получается. Ой, да и тут тоже как бы... Сами понимаете, легкотня получилась.
Так, ну и все. Зомбаламбия всех одолела. Идем дальше. Ага, метрофодончики дальше у нас, те же самые. Давайте попробуем взять тогда травоядных послабее. Допустим, взять вот апатозавра, урхозавра и унайринха. Но теперь нам точно понадобится уже использовать усиление. Посмотрим, какими мы обойдемся, а какими нет. Погнали. Ну, вы понимаете, да, атаковать апатозавром дело неблагодарное. Даже с бонусом у него удар не особо прикольный. Блин. На фигушки не пробьешь. Четыре. Блин, сейчас фигня какая-то будет. Нет, все-таки на 4. Ну, попробуем. Может, на следующий бой еще более слабых возьмем. Будет забавно. 5-100. Но это только первый был. Но он за 2 удара пробивает любого. Кроме Апатича. Ну да, он так и делает. Но это нам на руку. То есть мы, может, даже без усилений сможем обойтись. Раз, два, три. И раз, два, три. Давай, унайринх. Да, пытался нас пробить, таки, гаденыш. Так, ну еще один бой, да, как мы поняли, будут тех же 3 парнишки. Так. Ну давайте. Давайте. Ну, Апатич. Ну, так, совсем жестить, наверное, не... Хотя можно попробовать. Да, может справимся, может не справимся. Вот так вот давайте попробуем. Ну, погнали. Посмотрим, что получится на этот раз. На этот раз наш апатозавр не выдерживает. Давай, это самый большой косяк, наверное. А это хорошо. Вот так.
Так, 4 я перенес. Блин, ну я уже не выдерживаю. Давайте, 3 в атаку. Так, а насколько он меня протыкует? На 1? Это будет... Не, на 3. На 3. А вообще, почему на 3? Он же не знает, что я там баллов себе нащелкал. Должен был атаковать меня совсем не на 3. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Ну, минус 1 сейчас использовать нет. У него по нулям баллов. Он ничего не переносит. Или это, блин, отняло? Я уже и забыл, как эта штука работает. Раз, два, три, четыре. Дальше не защищаемся. У меня будет как раз плюс 8 сейчас, то есть я по-любому выживу. Если это понадобится. На 3 из 4 он проатаковал. Ну, Стегнич у меня самый сильный. Ой, да, легко пробиваем. То есть справились. Без особых проблем. И набор птерозавры. Кецель. Тапежара. Тапежара, тупуксуара. Еще кецель. Так, это у нас уже 3 набора. И, в общем-то, все, ребятки. Если получится, завтра постримим Дрожь Земли. Так что спасибо за просмотр и до скорых встреч.